Вау, всем привет, топчики! И сегодня с вами Димон Про. Да, я этот видос хотел еще записать вчера, но мне вырубили свет, так что записываю сегодня. Да, то видео, которое я хотел записать. Грэнни 5, трейлер 2, новая дата выхода. Ну что? Смотрим, а потом уже разбираем. К сожалению, не успел выпустить игру к сроку 9 октября из-за школы, из-за поломки старого компьютера. Я надеюсь, что вы не в обиде на меня за то, что я искренне прошу вас прощения. Я надеюсь, что вы все же ждете игру 23 октября. Да. Трейлер, конечно, да, классный. Теперь давайте разбирать. Мы видим здесь улицу. Ну, вот это, видимо, кадры из концовки. А вот это сам геймплей. Ну да, классно, все же. Вот сама игренька. И этот проект обязательно буду делать в Майнкрафте. О, а тут как раз значит в игре будет FPS. Вот. Ну да, как говорили, если она тебя увидит, ты при ней спрячешься под кровать, она к тебе заползет туда. Тот самый бассейн. Наверняка тут, конечно, медленно. Вот это, видимо, значит, уже побег. Тут видно, что двери заколочены, дым везде. Слендерина на нас нападает. Да я так думаю. Да, видимо, это будет. А, мы же, значит, будем какие-то 4 символа вставлять. Красный, синий, зеленый, желтый. А, то есть фиолетовый. Да. Ладно. Ждите следующее видео о разборе предрегистрации на Smiling X3 в App Store. Там обновились скрины и новое описание. Я такое не оставлю. Я должен это записать. Ладно, будем пока что прощаться. С вами был Димон Про. Всем пока-пока.